Вклад в благоустройство города сложно переоценить. Сегодня Тобольск – туристический центр Западной Сибири. В городе насчитывается 16 театров и музеев и 221 объект культурного наследия. В их числе Тобольский Кремль – единственный каменный Кремль в Сибири. Посмотреть его и другие достопримечательности ежегодно приезжают туристы. В прошлом году их число превысило 302 тысячи. И это почти вдвое больше, чем 6 лет назад. Привлекает Тобольск и иностранцев. В 2016-м город посетило 1655 туристов из-за рубежа. В 6 раз больше, чем было в 2010-м. Активно развивается туриндустрия. Сейчас в Тобольске насчитывается 28 гостиниц, хостелов и других мест размещения. В сумме они рассчитаны на 2072 места.